столичные педагоги провели мастер-классы для одаренных детей Хабаровска. Уроки по фортепиано и изобразительному искусству прошли в рамках федерального проекта. Программа «Новое передвижничество» действует в России несколько лет. Хабаровск участвует в ней впервые. Репортаж Дарьи Небора. За фортепиано ученица Хабаровской музыкальной школы номер 1 и доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Занятие длится 40 минут. Все это время школьница оттачивает одну и ту же композицию. Маэстро делает замечания и на практике показывает, как исполнить произведение. За происходящим следит преподаватель. Я довольна очень. Игра учеников – это на 90 с лишним процентов, может быть, даже 99% – это работа педагога. Поэтому, естественно, что я волнуюсь за то, как они смогут показать, чему я их научила, что они могут играть. На мастер-класс в Хабаровск из Москвы приехал Андрей Шипко, пианист с 40-летним стажем, лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов. Дает сольные концерты по всему миру, играет в составе немецких, японских и китайских оркестров, преподает в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. По словам музыканта, цель таких мастер-классов – показать юным музыкантам, что путь к искусству не такой долгий и сложный, как кажется на первый взгляд. Я стараюсь именно вот через какие-то секреты доказать и показать, что это на самом деле при знании этих секретов это не такой трудный путь, и это доступно многим, и главное быть увлеченным. Занятия с мастерами проходят по федеральной программе. Муниципалитет выбирает направление мастер-классов, а проводят их специалисты ведущих образовательных учреждений России. В этом году уроки прошли по двум направлениям – фортепиано и изобразительное искусство. Мастер-классы посетили более 60 учеников музыкальных и художественных школ Хабаровска. Что из пожеланий – это добиться того, чтобы характер музыки и штрих сохранялся на протяжении всей части. На мастер-классе 11-летняя Алена Меньшова исполнила концерт Баха. Это произведение школьница исполнит в ноябре на юбилейном концерте в городском дворце культуры. Мне очень понравилось. Я не волновалась. Это нужно, чтобы как-то усовершенствовать наши все произведения и сделать их лучше. Я занимаюсь уже 7 лет, и я хочу сделать это профессией. Уже известно, что в следующем году мастер-классы в Хабаровске будут организованы для начинающих скрипачей и гитаристов. Дарья Небора, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».